В областной администрации состоялось 69-е заседание региональной избирательной комиссии. На нем было зарегистрировано 3 кандидата в депутаты Государственную Думу Федерального собрания России 7-го созыва. Соответствующее удостоверение получили Ольга Пилипенко, Роман Неверов и Михаил Орлов. У нас с вами на территории региона проходит 40 избирательных кампаний, по результатам которых предполагается заместить 49 вакантных депутатских мандатов. Это дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 145 и 38 дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в 15 муниципальных районах и одном городском округе. На заседании также были рассмотрены вопросы о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных в государственную автоматизированную систему «Выборы».